Всем доброе утро. Друзья, не приготовить ли нам сегодня шашлык? Шашлык давайте попробуем приготовить по-новому. Новый вариант шашлычка такой интересный. Я думаю, он не оставит равнодушным никого. Поехали. В этом рецепте я буду использовать 5 луковиц. Вот таких хороших. Сейчас нарежем лук полукольцами. И поместим в отдельную посуду. Потом мы его замаринуем. Ну, вы все увидите. Вот у нас посуда отдельная. Все сюда. Сейчас нарежем весь лук сюда. И займемся дальше. В этот лук высыпаем чайную ложку сахара. Пол чайной ложки где-то. Перец черный молотый. Дальше соль, ну, здесь также где-то чайная ложка. Затем уксус 9%, 3 столовые ложки. И 200 миллилитров обыкновенной воды. Можно больше, 300. Залить лук. И пусть он кистит минут на 15. Все. Лук наш готов. И убрали в сторону. Займемся мясом. Небольшими порционными кусочками. Так. Нарезанное мясо убираем в посуду. Дальше. Перец. Чайная ложка. Соль. Также чайная ложка. Ну, приблизительно. Чайная ложка травы провансаль. Чайная ложка паприки. Чайная ложка хмели сунели. Все перемешаем. Все и оставим в сторону. Займемся костровой. Стартер разгорается. Лук замариновался. Прошло 20 минут. Ну, в среднем 15-20. Берем вот так вот, отжимаем его и выкладываем на поддон. Равномерно распределяем на поддоне. Вот так. Все, лук распределили. Ну а дальше самое интересное. Берем мясо, шпажки, нанизываем мясо на шпажки. Ну как-то так. Ух ты, вкусно, красиво, запах стоит обалденный. Такой наш шашлычок интересный. Так, выкладываем и выкладываем на лук, сверху лука. И будем запекать минут 40 при температуре 180 градусов. Ну, а дальше берем фольгу, кусок фольги. Все укрываем.
вот так вот заворачиваем. Сделаем несколько отверстий для воздуха. Пара. Все. И ждем стартер. Ну все, гриль прогрелся уже 170 градусов, можно ставить. Ну, будем посматривать, минут, наверное, 40. Будем посматривать. Да, самое главное, жарить будем на непрямом огне. Вот я угли убрал в сторону. Гриль поставим на эту половинку. Вот так. Вернее, не гриль, а наш шашлык. Вот так. Ну, можно боками будет менять через полчасика. Все, накрываем. По крайней мере, на полчаса забываем. Время пролетело быстро. Прошло 45 минут. Давайте снимать и посмотрим, что у нас получилось. Ну все, поехали. Открываем. Ух ты, фольгу можно рвать. Ух ты, обалденная штука. Шашлык по-новому. Слушайте, он мягкий, его губами можно есть. Это классная штука. Слушайте, он вообще мягкий, обалденный. Бля. Вот эти готов на 100%. Мягкий, вкусный. Друзья, так у нас сегодня шашлык получился вкусный, оригинальный, интересный. Для разнообразия вот так. Обалденная штука. Его можно есть губами. Мягенький-мягенький. Ну, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Ароматы Казана». А если будете так пробовать, то, пожалуйста, мне напишите, понравился вам или не понравился. И его можно пробовать, не обязательно иметь гриль. Можно в поддоне на мангал ставить, прямо вовнутрь, на залу, и будет все хорошо. Всем любви, здоровья и до новых встреч!